Ребяточки, всем привет, всем привет! Вы на канале «Пиратская жизнь». Отъехали от ребят из шин-сервис в Нижнем Новгороде. Очень хороший шин-сервис, реально рекомендую. Вот, нам все поменяли, все сделали. В общей сложности поменять все жидкости, поменять резину, тормозную жидкость, жидкость гур, жидкость коробки передач. У нас вышло где-то 19, сегодня 17, 35 тысяч у нас получилось в общей сложности. Вот, нам когда показали... Шины и ТО. Да, шины и ТО, так получается. Масло в двигателе и фильтра мы до этого еще поменяли, как только купили. Но оказывается так, что надо было еще остальные менять. Хорошо, что мы все-таки решились и все сделали. Потому что нам когда показали цветность жидкости ГУР, которая у нас была, которая отвечает за рулевое управление, то есть вот за то, чтобы вот руль хорошо крутился, мы охренели, она черная просто была. То есть, видать, давно уже не делали ТО. Вот. Но сейчас машинка у нас полностью обслужена, и абсолютно мы в ней уверены. Поэтому мы сейчас едем гулять, кататься. Хотим доехать до цирка Никулина, который у нас открылся на Мещере. Вот. Плюс там, да, приехал посмотреть вообще, что там происходит. Плюс мы хотим зайти там в магазин «Метро». Я в нем была 1000 лет назад, когда еще там со знакомыми, когда там пускали по пропускам. А вот сейчас вроде как там сделали без, ну, свободный вход для всех желающих. Я хочу просто походить, посмотреть, как бы, ну, имеет ли смысл вообще как бы, что-то там покупать. Какие-то позиции там дешевле, какие-то дороже. Плюс завтра у отца Вова день рождения, и мы хотим кое-что посмотреть там, подарок. Так что едем с вами на машинке. Вот, далекие края. Ну что, чувствуется какое-то управление? Руль там, одним пальчиком, мизинчиком. Коробка там, так и пальчиком. Оп. Или ты это не чувствуешь? Сейчас жидкость разойдется. Разойдется. Не то чтобы мне с тобой не нравится, но я придумал, как быстрее доехать. Короче, Гарик с нами ругается. Вот, кстати, кто говорит насчет того, что не нужен навигатор? Навигатор, во-первых, показывает твою скорость, раз, во-вторых, показывает всякие разные дорожные работы, плюс он прокладывает камеры, да, показывает, как лучше проехать через пробки и так далее. Поверните направо. Не то, чтобы мы не знали вообще, как ехать, да, до определенного места, да, но ситуация на дороге постоянно меняется, а он соединен, так сказать, с интернетом, глобальным интернетом. А вот, и, соответственно, он прокладывает более оптимальные маршруты и помогает водителю. Через 200 метров поверните направо. Тем более, мы сейчас живем в 21 веке, и я считаю, что нужно пользоваться всеми благами цивилизации. Чем мы едем? Смотрите, у нас здесь стадион строится. Что-то мы, короче, решили в другое место ездить, в другой торговый центр. Седьмое небо. Через 600 да, метров круговое движение. Второй съезд. Вот. Может быть, потом туда съездим, посмотрим. Эх, дождик и пробки нарушили наши планы. Смотрите, здесь у нас вот это вот ледовый стадион, а это вот строят ледовый, да. Вот у нас ледовый дворец красивый. У нас все будет, да, все будет. Хотя, ну, кстати, ледовый дворец тоже на дворце спорта. Там же тоже ледовая площадка большая. Да. А здесь вот сделают такой, ну, профессиональный, большой. То есть можно будет даже какие-то проводить чемпионаты. Может быть, когда-нибудь к нам приедут какие-нибудь зимние игры. Вот, в России. Ну, конечно, олимпийские вряд ли. Мы теперь это вне закона. Россия, в смысле. Вот, ну, кто узнает. Кто узнает, посмотрим. Живите. Нижний наш развивается семимильными шагами. Вот дурак дураком. Чего? Ничего, вон, на, смотри. Вон, вон, на, вон. Смотри, во, видишь? Да, во, видишь? Во! Не чувствуешь? Не? Ничего, нет? Ну, тут задел, да? Да, задел. Вообще нормально, блин. Придурочный, блин. Куда ты лезешь, блин? Если ты не влезешь. Придурок вообще. О, нормально. Да, вообще нормально он так свез. О, свез. Всю вот эту вот хрень. Вов, ты посмотри, как ты свез. Ты посмотри, что ты сделал. Блин, что ты... Иди наклонись, посмотри. Да видел я. Ты посмотри, там вот. Что ты начинаешь? А ничего не начинаю. А чего не начинаю? Да посмотри.
посмотри. Посмотри. Наклонись вообще, посмотри. Ну. Вот, начинается вот отсюда. Вот, видишь, вот. Вон. Вот, да. Вот, и все. И вот до сюда, блядь. Ничего? Чего ты начинаешь? А что я заканчиваю? Куда лезешь? Это ты. Скажу, блядь, ругаюсь на это. Блин, по-другому никак не назвать. Просто вообще никак не назвать. Краску слез, блин. Сейчас он консультируется вообще, что делать в этом случае. Кто-то там пишет, что нужно просто подкрасить и все. Он стоит как дурак, блин. Просто вот дурак, вот. Просто дурак какой-то. Надо по-другому как назвать. А, машин много, он расстрелялся. Все, потерялся. Вердикт такой, что придется опять ехать в сервис. То есть, чтобы не пошла коррозия, придется вести в сервис и все делать. Че? То, что ты съездил. На, послушай. На, слушай. Молодец. Скатался. Провез, короче, от одной двери до другой. Вот весь порог. Красавчик. Просто красавчик. Вот так вот. Молодец. А если это оставить, пойдет коррозия. Молодец, ну просто красавчик, просто красавчик. Без приключений мы не можем. Здесь, девочки, весь порог свез, весь порог свез. Да, получается, нам нужно будет просто перекрашивать порог. Съездили, блин, за хлебушкой. Причем ехали сначала в одно место, нет, ему вот сюда надо, ему здесь ашан. Куча мест. Вот он на парковку там для инвалидов не встал, вот там вот объехал как-то, вот надо вот ему вот здесь вот одно единственное место вот нашел. Хотя до хрена их просто, вот, и, вот именно в это надо. И все, представляете? И все. Я не знаю, сколько у нас будет стоить. Я просто в шоке вообще, как так можно? Вот сижу его сейчас ругаю. Потому что он вот сидит, вот как будто все нормально. Он как-то ничего не было. Короче, вот сижу уже скандалюсь. Приехали за хлебушком. Вообще балдеть. Мне кажется, такое ощущение, что я дойная корова. Что здесь, там, сям. Он кататься будет. Совершенно вот все торопится. Куда он торопишься? Куда ты торопишься? Ты что, на парковке не можешь места найти? Там полно мест на парковке. Ну, покатайся по парковке, поезди, посмотри. Короче, писец, я не знаю. Я не знаю, что делать. Я просто... Я буду ругать сегодня весь день, весь вечер. Пока он все не поймет. В противном случае, если, ну все, ну нормально, здесь поедет, там поедет. В следующий раз будет думать. Зашла на один из сайтов. Покраска одного элемента от 9990 рублей. Что ты на сайте? Ничего. Все, начала. Покраска одного элемента от 993. А кто? А я за рулем была. Чего? Я за рулем была. Сейчас вообще пешком пойдешь. А вот так вот ты заговорил, да? А ты тогда вообще будешь ходить пешком, потому что хозяйка машины я. Да. Да. И все. Значит, ты вообще не будешь на машине ездить. И страховки я тебя выпишу. Начала. Сижу и плачу. Просто я не знаю. Я не знаю. Вот резина, да? Мы могли вообще на этой резине еще кататься спокойно. Нет, ему надо резину поменять. Ему это, ему то. Ну, все надо поменять. И получается, мы на этой машине ездим только исключительно до сервиса и ставим ее на парковку. Все. Понимаете, вот, все. Куда-то его попросить съездить? Ты что, вообще? Какой-то бор? Да ты что, с ума сошла? Иди ты нахрен. Куда ты это съесть? На такси поедешь, понимаете? И все, вот. А я только езжу и денежки так. Все. Все? Спасибо. Ну, охрененно, блин. Просто обидно. Куда-то и поехать он не хочет. А до сервиса прям в путь. Я уже устала ее ремонтировать, понимаете? И вот сейчас еще, пожалуйста, официально представить. А ехать в какую-то шарашкину контору, так там зашпаклюю так, что потом будет все просто отлетать. Просто вот минус 10 тысяч минимум. Красавчик. Что сидит, смотрит, да? Вообще, умничка. Поехали домой, что мы тут делать будем? Поехали домой. Все. Скатались. Сходили в Ашан. Молодец. Надо было какой-нибудь старый корыто покупать, чтобы вот он его бил, и, как говорится, и пофиг. Купила хорошую машину, хорошую. Как говорится, не бита, не краш.
теперь будут и бита, и крашен. Нет, там были, конечно, крашеные элементы, но... Короче, капец. Ну, сижу, вот рассматриваю. Видите, как вот он? Шумахер. Только у меня денег таких нету. И ты столько не зарабатываешь на гонках своих. Короче, пиздец вообще. Я убить его просто готова. Просто убить готова, блядь. И чё? Короче, вердикт такой. Поедем. Но в любом случае надо ехать, поздравить отца. Вот. Иван посмотрит и скажет, сколько это будет стоить. Вот. Конечно, понимаю, что он постарается сделать нам по лучшему разряду, но все же. Мне просто обидно, что так вот происходит. Причем, понимаете, вот если бы я была спокойна, если бы я вот так, ну ладно, вот он этого не поймет. Его нужно как кота в грязь, вот эту саку свою, вот эту вот дергать. Вот только в этом случае он поймет. Короче, вот так. Все, ладно.